Изюминкой любого парка развлечений всегда были и будут американские горки. Это самый универсальный аттракцион, который пользуется особой популярностью среди посетителей подобных парков экстремальных развлечений. Они способны подарить посетителям массу бурных и захватывающих дух эмоций. В этом мире есть два типа людей: те, кого пугают американские горки, и те, кто никогда не перестанет на них ездить. В зависимости от скорости, высоты и крутизны поворотов, американские горки могут быть как волнующими, так и пугающими. Пристегните ремни, потому что мы начинаем обзор самых страшных американских горок в мире с видео, которое заставит вас испытать страх высоты. Привет, вы на канале Современный Топ, и это подборка самых страшных американских горок в мире. Номер 10. Колоссос, Англия. Людям, которые недавно покушали или страдают от морской болезни, не стоит садиться на Колоссос. Ведь эти самые страшные в Англии американские горки совершают рекордные 10 петель менее чем за 2 минуты. Причем последняя из этих петель возникает как раз тогда, когда вы думаете, что поездка окончена, и уже можно возвращать на место ушедшее в пятки сердце. Аттракцион входит в число 10 самых страшных аттракционов мира. Номер 9. Steel Dragon 2000, Япония. Стальной дракон, построенный в 2000 году, в год дракона по восточному календарю, в парке развлечений Нагашима Спа Лэнд, наиболее известен своим первым подъемом, на который уходит более минуты, прежде чем вагончики рухнут вниз с 93-метровой высоты. Максимальная скорость, которую развивают вагончики во время головокружительной поездки, составляет 150 км в час. Steel Dragon – одна из самых длинных в мире американских горок, она простирается на 2478 метров, а поездка по ней занимает более 4 минут. Но именно этот первый холм и его крутой спуск делают дракона одной из самых страшных горок. Номер 8. Кингда Ка, США. Если падение стального дракона было устрашающим, то Кингда Ка абсолютно кошмарен. Это самые высокие американские горки в мире, которые возвышаются в 139 метрах над землей, или 45 этажей, и таким образом, находятся ближе к небу, чем любая египетская пирамида. Иногда это приводит к неприятным инцидентам. Например, 26 июля 2012 года в больницу был направлен мальчик, получивший незначительные повреждения при столкновении с птицей. На короткое время работа аттракциона была прервана, затем продолжена в обычном режиме. Кингда Ка – это еще и один из самых быстрых в мире аттракционов, в котором тележки разгоняются до скорости более 200 км в час за 3,5 секунды. Номер 7. Безоро, или Superman, Ride of Steel, США. Американские горки, одно время носившие название злого близнеца и заклятого врага Супермена, просто обязаны быть довольно пугающими. Несмотря на то, что Безоро всего 63 метра высотой, они вошли в число самых страшных горок в мире благодаря двум факторам. Первый – это ошеломительная скорость падения вагонеток, 124 км в час. А второй – боковые части вагонеток доходят только до лодыжек пассажиров, позволяя им чувствовать себя незащищенными и до краев полными адреналина. Номер 6. Формула Роуса, Объединенные Арабские Эмираты. Этот аттракцион был построен в Ferrari World в Абу-Даби, прямо над гоночной трассой Формулы-1, и является самой быстрой в мире американской горкой, поскольку пытается подражать ощущениям от гонки на настоящем красном Ferrari. Для этого Формула Роуса применяет гидравлическую систему запуска, аналогичную той, которую используют размещенные на авианосцах истребители, чтобы разгоняться с 0 до 100 км в час в течение первых 2 секунд полета. Несмотря на то, что эта горка не может поддерживать свою скорость 240 км в час в течение большей части поездки, гонщики на переднем вагончике обязаны носить защитные очки. Номер 5. Phantom's Revenge, США. Подобно Безоро, притязания Phantom's Revenge на славу самой страшной американской горки в мире связаны не столько с ее высотой, сколько со скоростью падения. Phantom's Revenge может нестись со скоростью 137 км в час вниз и под опору еще одной американской горки. Это происходит настолько быстро и безумно, что заставляет пассажиров хотя бы на мгновение поверить, что они могут быть обезглавлены, когда их вагонетка не втиснется в проем под другим аттракционом. Номер 4. Yukon Striker, Канада. Эта американская горка открылась совсем недавно, в 2019 году,
но уже заслужила славу одного из самых интересных и пугающих аттракционов в мире. Длина стальной полосы составляет 1105 метров, а высота подъема — 68 метров. А вагонетки ходят со скоростью 130 км в час. На данный момент Yukon Striker является единственной в мире ныряющей горкой, которая имеет круговую петлю на 360 градусов. В отличие от других американских горок, у которых вагонетка идет по подъемной горке прямо к первому падению, у Yukon Striker подъемная горка идет до плоской секции трека. За ней при помощи удерживающего тормоза вагонетка останавливается перед вертикально падающей секцией, чтобы у ездоков было время ужаснуться перед тем, как полететь вниз. Номер 3. Expedition Force, Германия. G-Force не славится своей скоростью или высотой, хотя у него есть и то, и другое. Вместо этого, американские горки немецкого происхождения обеспечивают большую часть своих острых ощущений благодаря простой геометрии. Они отправляют своих наездников вниз по склону под углом 82 градуса. В 2010 году при запуске G-Force 4-я вагонетка сошла с рельсов. Разумных объяснений тому, как и почему это произошло, не было найдено. И хотя ни один посетитель аттракциона серьезно не пострадал, их всех пришлось спасать пожарным. Номер 2. The Bullet Coaster, Китай. Самые быстрые американские горки в Китае, а также пятые самые быстрые американские горки в Азии являются звездной достопримечательностью тематического парка Happy Valley в Шэньчжэне. The Bullet Coaster сравним по высоте с 20-этажным зданием, вот только у здания нет пяти огромных горбов, настолько крутых, что вы почувствуете, как желудок поднимается к горлу. Вдобавок ко всему, вагонетки движутся со скоростью 135 км в час, и пронзительные крики возбужденных и напуганных пассажиров постоянно разносятся по всему парку. Номер 1. Додонпа, Япония. Эта американская горка использует сжатый воздух для запуска своих поездов и до сих пор удерживает рекорд самого быстрого ускорения в мире из всех аттракционов подобного рода. Она разгоняет вагонетки с 0 до 180 км в час за менее чем 2 секунды. В результате пассажиры испытывают перегрузки до 3,3 G. Для сравнения, астронавты испытывают только 3 G при старте, хотя и в течение значительно более длительного времени. Одной лишь силы этого начального ускорения должно быть достаточно, чтобы привести в восторг самого хардкорного фаната американских горок. А вы рискнули бы прокатиться хотя бы на одной горке из этого списка? Пишите в комментариях свои мысли по поводу данной подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему топ-10. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.